Сегодня с участием президента Садыра Джапарова в Национальной филармонии состоялось торжественное мероприятие по случаю 30-летия принятия Конституции. С поздравительной речью выступил глава государства, после состоялась церемония вручения почетных грамот и именных часов. Продолжилось торжественное мероприятие концертной программой. В своей речи президент отметил, что в настоящее время основой национального единства, независимости страны и целостности государства, развития общества, формирования демократических, политических, правовых, экономических и идеологических устоев современного Кыргызстана является настоящая Конституция. Сегодня основной задачей, стоящей перед нашей страной, является последовательное укрепление общепризнанных демократических убеждений, гарантий прав и свобод человека и гражданина. Конституция азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин бекемдеп, адам жана анын өмүрү, укуктары жана эркиндиктери мамлекеттин жогорку В этом основополагающем документе определены правовые, общественно-политические и социально-экономические предпосылки создания новой кыргызской государственности. Творческий потенциал Конституции не ограничен, он будет открываться по мере создания необходимых социально-экономических, общественно-политических и иных условий. Поэтому в ходе конституционных реформ за годы независимости в Конституцию неоднократно вносились дополнительные правовые механизмы и нормы, отражающие новые реалии. Каждый гражданин Кыргызской Республики должен хорошо знать дух и значение нашей Конституции. Только уважая основной закон, соблюдая его правила, понимая его ценности и суть, мы будем чтить нашу страну, нашу родину, ценности кыргызского народа. И только тогда мы сможем добиться развития государства, единства общества, мира и спокойствия.